Красочную и ароматную пиццу можно приготовить и с салом. Выпечка получится очень вкусной и сытной. Особенно такая пицца понравится мужчинам. Ее можно взять с собой в поездку, в поход, на рыбалку. Красочная пицца с салом – наверняка кулинарная фантазия украинской кухни, причем блюдо получается безумно вкусным. Обязательно попробуйте приготовить его, если у вас в наличии есть пусть даже небольшой кусочек сала. Все родные обязательно попросят добавки. Сало – 120 грамм. Мука пшеничная – 1,5 столовые екона. Вода горячая – 50 мл. Масло растительное – 50 мл. Соль – 3 щепотки. Кетчуп 1,5 столовой ложки. Майонез 1 столовая ложка, любой жирности. Помидор 3-4 штук, мелкие. Сыр 70 грамм, твердый. Количество порций 1-2. Подготовьте указанные продукты. Сало можно использовать как свежее, так и соленое. Всыпьте в глубокую емкость просеянную пшеничную муку и сделайте в ней углубление. Влейте туда теплую воду, растительное масло и всыпьте 2 щепотки соли. Замесите плотное тугое тесто и накройте его полотенцем, оставьте на 15 минут. Затем тесто раскатайте в округлый или овальный пласт, подпыливая рабочую поверхность мукой. Сформируйте бортики и смажьте середину заготовки майонезом и кетчупом. Помидоры промойте в воде и вырежьте из них зеленые сердцевинки. Нарежьте ломтиками и выложите на заготовку. Сало нарежьте тонкими ломтиками, не крупно, так как оно тогда не успеет пропечься. Выложите на помидорную нарезку. Твердый сыр натрите на терке с мелкими ячейками, присыпьте им всю заготовку. Разогрейте духовку до 200 градусов и поместите в нее заготовку пиццы. Выпекайте 15-20 минут, следя за поверхностью выпечки. Извлеките готовую пиццу с салом из духовки и дайте ей слегка остыть. Подайте пиццу к столу теплой. Помните, что при остывании блюдо жир застывает и становится белым.